влог. Продолжим по вашим запросам. В субботу я проснулся бесцельно. Ну, думаю, попробую, как это, проснуться, долго поспать. Поспал я, конечно, долго. Просыпался долго, ну, какую-то там зарядку сделал, но целый день я ничего не делал. Под вечер меня просто распирало. Просто распирало настолько, потому что я ничего полезного целый день не сделал. Все в зависимости от того, как вы хотите прожить эту жизнь, насколько насыщенно вы хотите прожить эту жизнь. И оттуда формируются ваши цели, ваши достижения в том числе. Цель без действия – это пустая мечта. Мы уже мечтаем всю жизнь и так прожить до старости, до пенсии, в пустых мечт, ничего не достигая. Так вот, даже я сообщаю со своими друзьями, с товарищами, многие до сих пор тратят время впустую, я просто удивляюсь, к чему стремятся. Просто работа, дом, семья. Просто работа, дом, семья. Никаких продвижений, никаких успехов, ничего такого конкретного, чтобы летом через 5, через 10 возвыситься чуть выше. Вы, думаю, помните, я влог как-то делал про эту замечательную женщину, которая купается ежедневно, уже в течение нескольких 22 лет купаемся ежедневно. 23. 23, ошибся на год. Да, скоро в мае будет 24. Как водичка? Отличная. Чего так? Там замерзла. А вы не спите? А вам не спится? А у меня график такой. А какого график? Поделитесь. А я встаю в 5:00. А ложитесь во сколько? А ложусь в 11:00. Откуда такая жизненная энергия? Бьется ключом. Вот отсюда. Ага, с истока. Вымываете свою негативную всю усталость вот здесь. Здесь. Все правильно. Ну, да. Хорошего вам дня. И вам тоже. Удачного дня. Спасибо. Всего вам. Доброго. Хорошего дня. Да, до свидания. Девочка в розовом. И мама ее. Люди не тратят время пустую. Посмотрите на эту замечательную женщину. Это воскресенье, заметьте. Не один я такой. Пока не занырнешь, не поймешь, насколько это классно. Дело сделано. 6 километров. Все еще спят. Знаете, позвоночник называют столбом жизни, и основной акцент я делаю упражнения на позвоночник, так как у меня еще протрузии и есть грыжа, поэтому вот базовое упражнение, которым я пользуюсь постоянно, вне зависимости, что я буду делать дальше. Ну и растяжку для ног. Гибкость суставов – это ваше здоровье, как и столб жизни – это ваше здоровье. Все остальное я уже по желанию могу добавить гирьки, могу добавить силовые упражнения. Медитация – это вообще крутая тема. С своей стороны я объясню так. Мозг – это капитан большого корабля. А медитация – это тренинг, улучшающий его скиллы. Плюс – это пару гаджетов, которые тюнингуют ваш корабль. Он становится быстрее, устойчивее к бушующим штормам. Только вперед. Делая каждый день шаг небольшой. Полчаса, час времени, лучше 2 часа времени в одном направлении, куда ты придешь через несколько лет. Запомни это. Или мы делаем шаг в пустоту, или делаем к своей цели, или мы приходим в бездну, в нищету, в болезнь, в никчемность, или мы идем к своим целям и становимся успешным в определенных вещах. Успех такой не заключается в деньгах, и оно не только заключается в деньгах, а в твоих достижениях, в каких-то направлениях. Ты можешь быть богатым, но и счастливым. Ты можешь быть при деньгах, но в чем-то достигнуть определенные вещи и быть счастливым.
потому что ты получаешь удовольствие, достигая своей определенной цели, которую ты любишь. Стать музыкантом, писателем, философом, спортсменом. А когда ты эти моменты достигаешь до величия, великим писателем, великим спортсменом, вот это круто. Это реально круто. Многие великие люди читали перед сном. Чтение вдохновляет, помогает генерировать новые идеи. Доброе утро. Очень здорово просыпаться и уделять время себе, пока остальные все спят. Ты находишься с самим собой. Проснись раньше за полчаса. Займись собой. Утренняя зарядка – это просто обязательно. Утренняя зарядка. Не зря называется зарядка, потому что вы заряжаете свое тело на целый день. То ли вы зарядите, то ли вы разрядите. Когда вы зарядили на целый день, продуктивность ваших дел гораздо лучше. Ваше состояние гораздо лучше. От вашего состояния зависит ваша продуктивность. Поэтому заряжайте с утра ваше тело. Пусть оно будет выносливое, пусть оно будет гибче. Не словом воспитан, а примером воспитан дитя твое. Зеленая гречка смешана с обычной гречкой. Совсем чуть-чуть, посмотри на это. Ваша задача и вставить. Да. Вот он, вставить. Зацедило гусь. Допустим, какое-то у меня ранение руки, да? Смотрите, раз, и отсюда я сразу же. Доброе утро. Упражнения для живота. Массаж внутренних органов улучшает вашу пищеварительную систему. Подтягивает живот, мышцы становятся в тонусе. Есть вещи, которые мы боимся. Холодная вода, что-то еще. Нужно сделать шаг к своим страхам для того, чтобы их перебороть. Больше появляется уверенности в себе. Развивайтесь, друзья. Another pull, cause I love the bad start. Well, I hate you, cause I can't.
Зачем? Ну просто показывают, что у каждого своя зарядка, да? Угу. А зачем ты это делаешь, сынок? Расскажи. Чтобы убрать плоскостопие, понял? Нужно хорошо сжимать стопу. Зачем ждать только крещения, чтобы оздоровиться? Друзья, вы можете оздоравливаться гораздо чаще. Поверьте, ваше состояние будет гораздо лучше. Сегодня суббота. В прошлой субботе я еще спал в это время. Когда солнце вставало, я еще спал. Я просыпался бесцельно. В пустоту, да? И делал пустые вещи. А чайки меня поддерживают. Слышали? Или не ржут с меня? Так, ну что, провалюсь я здесь. Кстати, видос я сниму. Если провалились под лед, что нужно делать? Когда чуть потает, когда можно будет проваливаться, чтобы лед был хрупкий. Вот что дает нам колоссальную энергию. Огонь, солнце. Осознанно берите энергию. Мы не так часто встаем, встречаем рассвет. Мы мало времени уделяем нашему телу. Мы редко окунаемся, омываемся, очищаем свое тело. Негативная энергия от суеты. Вода – это как перезагрузка. Солнце – это как энергия. Чаще встречайте рассвет. Прислушайтесь к звуку ветра. Вокруг так много энергии, которую мы игнорируем. Пытаемся перезагрузиться алкоголем, наркотиками. Все очень просто. Встречай рассвет, слушай звуки природы. Омывайся. Таки да, вода омывает очень сильно и дает прилив энергии. Сегодня крещение, всех с праздником. Омывайте чаще, не ждите праздник. Вода святая всегда. Наверное, да, что мы без воды? Ни туды, ни сюды. Красота-то какая! Сейчас мы нападем на того мужика, который бежит. Привет, Паш. А ты уже купался? Да. Уже? Да. Тихо, 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 не балуйся. Не балуйся так сильно, не балуйся. Ах, ты Хантер. Хантер. Ах, ты жмурка такая. Ах, ты жмурка такая. Головнючка. Все, дружок, не найти. Все, все. Все. Доброе утро. Лед прорубленный, все там замечательно. А я знаю. Праздник. И вас также. Хотя вода-то святая каждый день. Конечно. По вам тоже, спасибо. Ага. Каждый день купается. Насыщенная пробежка получилась. Но теперь без шуток. И не забудь, завтра воскресенье. Ты можешь быть примером для своих родителей. Ты можешь быть примером для своих детей. Ты сам строишь свой успех. Давай, брат, действуй. Бам!
we'll see.